Начну я с темы полиции. Почему с полиции, спросите вы? В чем повод? В том-то и дело, к сожалению, что повод говорить о полиции, говорить негативно в нашей стране есть, ну вот буквально каждый день. На прошлой неделе был, например, День полиции. И в тот же день стало известно об истории Ильназа Пиркина, мальчика из Нижнекамска, который покончил с собой после пыток в полиции, подписав признание в 47 преступлениях, ни одно из которых он не совершал. Просто вдумайтесь в это. Перед самоубийством Пиркин записал ролик, где рассказал о том, как его пытали. Одевает, в общем, противогаз, закрывает эту трубочку. То есть доступ воздуха вообще прекращается. И держит, пока ты не описываешься.